устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты. Правительство региона одобрило поправки в конституционный закон о земле, который разрешает органам местного самоуправления без проведения торгов предоставлять земельные участки всем, кто захочет обосноваться в деревнях с населением менее 1000 человек. Это правило распространяется на людей, постоянно проживающих в Туве, ранее не получавших государственную поддержку и не имеющих в собственности никакой недвижимости на территории выбранного поселения. Чтобы получить землю, человеку достаточно подать в местную администрацию заявление, приложив копию схемы облюбованного участка из кадастрового плана. Сельская власть обязана в течение 30 дней принять решение о предоставлении земли или отказе в этом с объяснением причин. В Минземимуществе Тувы, разработавшем документ, пояснили, что поправки вносятся в целях реализации губернаторского проекта сохранения и развития малых сел. По мнению специалистов министерства, эта норма позволит увеличить численность населения малых сел и остановить их деградацию и исчезновение. В частности, изменения направлены на то, чтобы постимулировать молодежь после учебы в вузах возвращаться на малую родину, строить свое жилье, работать и заниматься бизнесом. Молодой человек, можете помочь нам? Это прошлогодние кадры. В начале сентября наша съемочная группа попыталась пройти вместе с Хирилом Моржиком маршрут от дома до работы, что оказалось весьма нелегкой задачей. В теплые дни мужчина добирается до работы самостоятельно, так на протяжении нескольких лет занимается спортом. Да и округ он уже знает. Знает, где можно без чьей-либо помощи проехать, а где придется звать подмогу. Бывают и такие случаи, что коляска подводит. Когда погода, плохая погода, я на машину сажусь. Дождь, там ветер. Когда поэтому коляска собирается, и это проволока все время надо менять. Вот это привязывать сюда. Эта штука не прыгала. Сегодня передвигаться по Кызылу сложно не только людям с ограниченными возможностями здоровья, но и мамам с малолетними детьми. Так, например, пешеходный переход возле кольцевого движения на Южном расстоянии от земли до бордюра доходит до 15 сантиметров. Такие места хереложек пытаются объезжать, ведь сюда невозможно ни заехать, ни выехать. На этот раз мужчине помогают волонтеры. Машина остановились перед телевидением. Вот так. Тут без помощи никак нельзя. И нужна помощь взрослого, сильного человека. Тут женщина не может никак. С женой как-то пробовали, очень трудно. И вот дальше. Видите как? Тоже сразу препятствие пришло. Во. Да, еще препятствие. Мониторинг городской инфраструктуры по федеральной целевой программе «Доступная среда» продолжается. Так и сегодня активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта зафиксировали практически все проблемные места на тротуарах и дорогах. Все для того, чтобы до следующей весны для маломобильных групп граждан сделать более доступный маршрут. Относительно безбарьерной доступной среды у нас в городе Кызыл есть хорошие новости. Департамент городского хозяйства мэрии города Кызыла, они, в общем, обрадовали нас тем, что они получили деньги. И сейчас организуют торги буквально на днях. Все, начнется вся большая работа по созданию доступной среды в столице, в нашей, в городе Кызыл. Я очень надеюсь, что все маломобильные группы населения будут останутся довольны. И когда-нибудь сбудется моя мечта, что город Кызыл будет примером и образцом в создании безбарьерной среды. Маршрут, проложенный для Хирила Моржика, это большой шаг для маломобильной группы граждан, ведь при свободном доступе к объектам инфраструктуры, социальным и общественным, при возможности пользоваться общественным транспортом, местами отдыха инвалиды получат равные возможности для полноценного участия в жизни общества.
В Кызыле регулярно по выходным дням проводятся сельскохозяйственные ярмарки на территории бывшей автостоянки напротив конечной остановки маршрута номер 15 по улице Иркутская. Свои продукции по ценам ниже рыночных выставляют местные товаропроизводители. На рынке по улице Иркутская торговые места организованы в удобных палатках по приемлемым ценам. Такие ярмарки проводятся в Кызыле с 2015 года. В следующий четверг, 11 октября, очередная рыбная ярмарка состоится на территории напротив торгового дома «Глория Дженс». Георгий Дронов, Андрей Кайков, Галина Данилова и Эдуард Радзюкевич в комедии «Любовный пасьянс». 16 октября в Национальном театре. Травы Тувы сохранили рецепт пантового бальзама «Бойдус». Мы улучшили вкусовые качества путем добавления ягод и ароматных трав, сохранив при этом все полезные качества, которые дарует нам природа. Консервантами являются сахарозаменители сахар. С бальзамом «Бойдус» всегда красота, положительная энергия и сопротивляемость к невзгодам. Продукт пастеризован. Магазин «Травы Тувы». Чульдум 44. Овавиол. Местный житель осужден за незаконную продажу поддельной алкогольной продукции. В законную силу вступил приговор, вынесенный Кызылским городским судом в отношении 56-летнего жителя столицы республики. В августе 2016 года безработный житель Кызыла начал приобретать у различных лиц немаркированную алкогольную продукцию, водки и коньяк разных наименований и хранил их дома в целях дальнейшего сбыта, а также в салоне собственного автомобиля. В феврале 2017 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории одной из автостоянок города указанный мужчина сбыл коробку алкогольной продукции, в которой находилось 12 бутылок водки без специальных акцизных марок. Кроме того, у указанного гражданина оперативники обнаружили и изъяли более 14 500 бутылок немаркированной алкогольной продукции, которая была направлена на экспертизу. По результатам рассмотрения уголовного дела судом 56-летний местный житель признан виновным в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, не имеющей маркировки, а также опасной для жизни и здоровья потребителей. По указанным преступлениям, по их совокупности, указанному гражданину был назначен штраф в размере 600 тысяч рублей. Однако, на основании части 5 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации был учтен срок содержания под стражей около 3 месяцев, и наказание судом было смягчено до штрафа в размере 500 тысяч рублей. В настоящее время приговор вступил в законную силу. Алкогольная продукция, изъятая по решению суда, направлена на уничтожение в Росалкогольрегулирование по Сибирскому федеральному округу. Девочки, сегодня у нас будет Лена кроить, а мы шьем полотенца, подшиваем. Так начинается занятие в швейном цеху Республиканской психиатрической больницы. Вот уже 7-й год подряд здесь трудятся и одновременно получают терапию пациенты медучреждения. 4 швейные машины, когда-то предоставленные спонсорами, дали возможность еще одному варианту трудотерапии. Капюшоны шьем, пижамы шьем, фартуки шьем. Шьем мы здесь и платье. У нас здесь концерты больные тоже делают. И сами шьют себе платье, наряжаются. Это терапия. Ну, многие довольны. Многие довольны. Они говорят, что успокаиваются. Ну, и в будущем это все пригодится. У нас многие девочки приходят, но ничего не могут. Здесь мы их и обучаем. И они домой идут, уже могут и шить, и что-то связать. Все, что отшивается, идет в хозяйство, а ткани закупаются за счет медучреждения, как говорят работники цеха, занимаются тут с каждым индивидуально. Бывает, что кто-то иголку с ниткой в руках никогда не держал, а кто-то поопытней. К примеру, это 40-летняя пациентка медучреждения, имеет диплом закройщика портного. 11-е училище, портной легкого платья, закройщик верхней одежды. Это обязательно, где-то что-то ребятишки пуговицу оторвали, где-то подрались, надо это все отштопать, отремонтировать. С детства это все прививается. Руки заняты, ум, мысли направлены, что, как правильно сделать, как правильно сшить, скроить.
связать. Сегодня в медучреждении находятся на лечении 49 женщин, 99 мужчин и 9 детей. Все они каждый день получают необходимое лечение. Трудотерапия – одна из его форм. Также сегодня в Республиканской психиатрической больнице Тувы проходит выставка, где представлены работы пациентов. Как говорят сами врачи, по подделкам, изготовленным руками больных, они также определяют и психическое состояние пациентов, и эффективность получаемого лечения. Такая арт-терапия очень хорошо влияет на психическое состояние, особенно у детей. Они благодаря мелкой моторике, которую они делают, развиваются и речевые навыки. Выбраны цвета очень яркие. Тут также мы можем отметить солнце, наличие солнца. Оно достаточно большого размера, занимает половину картины. Это очень хороший знак, что это означает, что мы идем в правильное направление. Также в этой картине мы видим бабочку. Как мы все знаем, бабочка – это дает легкость, она также летает вверх. Это тоже положительная динамика при нашей работе. Также в преддверии Всемирного дня психического здоровья, помимо выставки, в Республиканской психиатрической больнице будет вестись прием квалифицированных врачей-психологов и специалистов, оказывающих комплексную помощь детям и родителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Мою первую учительницу звали Надежда Александровна Борисова. Я учился в школе на Урале, где я родился и вырос. Вот. И сегодня всем учителям хочу пожелать замечательных, красивых, послушных учеников, которые будут учиться на 5. Я думаю, для каждого учителя это, наверное, самое главное. Мы вас учили в зале, это Кайдона Кузлама. Поздравляю всех днем учителей. Желаю всем хорошего здоровья и счастья, чтобы они также учились хорошо. Учили и совет, давали советы хорошие. Ирина Анатольевна была самой моей любимой учительницей. И, ну, она у нас была всего лишь год, а потом ушла. Желаю всем учителям всего наилучшего, чтобы у них было все хорошо и чтобы жили долго и счастливо. Алена Геннадьевна и Галина Дмитриевна. Поздравляю всех учителей с праздником. Моего любимого учителя зовут Юлия Андреевна Двоеглазова и Сочанская Екатерина Андреевна. С праздником вас! Всего самого наилучшего! Моя классная руководительница в лицее, ну, сначала была Светлакова Ирина Михайловна, учитель биологии. Потом уже в последних классах Кучумова Ирина Николаевна. Я до сих пор с огромной теплотой о них вспоминаю. Учитель – это не только человек, который учит вот географии или биологии, человек, который просто дает направление в жизни, который просто воспитывает в человеке какие-то качества определенные, которые дают ему направление в жизни. Я, конечно, до сих пор с огромной благодарностью о них вспоминаю, не только о них двоих, а обо всех остальных учителях, которые у меня были и в Сухбахской школе, и в лицее. И я им всем очень благодарна и поздравляю в этот день с их профессиональным праздником. Желаю им успехов, удачи, счастья, и чтобы ученики их всегда радовали. Все меньше времени остается до конца акции «Заправляйся на радио с АЗС Сибпродукт», но все больше слушателей в числе победителей. Напомним, что радио «Голос Азии» ежедневно раздает по 10 литров бесплатного бензина. Участвовать могут только держатели фирменной наклейки «Радио». После условного сигнала участники едут на Калинина 27/1, где расположена заправка партнера. Кто приехал первым, того и бензин. Победителю остается только решить, какой, собственно, бензин они хотят получить – 92-й или 95-й. Заправляйся на радио. Спонсор прогноза погоды – «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов и в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Переплата по займам – такая маленькая, совсем малышка. «Отличные наличные» – ну, очень маленькая переплата по займам.
По республике ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, мокрый снег, в горах снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14. В Кызыле переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2, -4, днем +10, +12. Переплата по займам такая маленькая. Совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. В новом номере еженедельника ТУВА ТВ Инфо читайте. Кызыл выбрал главу города. Болезни, которыми чаще всего болеют жители Тувы. Тува не ограничивается лишь своими интересами в плане туризма. Видимо, кое-кому тяжело было донести мусор до контейнера. В Венгрии прошла презентация фильма о шамане из Тувы. Еще не во всех квартирах появилось отопление. Как быть? И еще много интересного. А также тибетский календарь, погода, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрышей лотереи, ТВ-программа, недвижимость в отдельном блоке. Блоки и огромное количество объявлений. Если объявление, то ТУВА ТВ Инфо.